Шест берете равномерно, на прямых руках, да? Да. Бедра как ножницы. Одна нога прижимает сверху, другая снизу. И шест как бы перекусываем. Готовы? Поехали. Раз. И отпустили маленько. И два. И отпустили маленько. И три. И отпустили. И четыре. Руки прямые. Прямые руки. А ногами как бы кусаем шест. И пять. И шесть. И семь. И восемь. И девять. И десять. Молодец. Теперь поменяйте. Была сверху левая нога. Теперь пусть будет правая сверху. Руки также. Прямые руки, прямые в локтях. Перекусываем шест ногами 10 раз. Раз. И два. И три. И четыре. И пять. И шесть. И семь. И восемь. И девять. И десять. Отлично, молодец. И аккуратненько опускаем шест. Поднимаем. Правую сгибаем. Молодец. Раз. Два. Три. Молодец. Четыре. Пять. Отлично. Теперь правая стоит прямая. Левую сгибаем. Нет, пятка, не, пятка стоит на месте. Раз. Два. Молодец. Три. Четыре. Пятка на месте? Нет, пятка не отрывается. Пять. Молодец. Итак, вот это одна серия. Пять движений одной ногой, пять движений другой ногой. Не отрываются стопы от пола.